Добрый день, друзья! Многие из вас спрашивают, какая же все-таки инвестиция в Анапе сейчас? И когда меня спрашивают про инвестицию, я всегда задаюсь вопросом, вы хотите инвестицию под сдачу в аренду или хотите инвестицию с целью перепродажи? Так вот, я нахожусь рядом с жилым комплексом, который подходит и в первом случае, и во втором. Я нахожусь рядом с жилым комплексом «Консул». Здесь имеется подземный паркинг, целый этаж выделен под подземную парковку. Также с подземного паркинга здесь будет лифт до любого этажа, то есть вы, не выходя с парковки, можете подняться к себе в свою квартиру. Второй момент, почему этот дом бизнес-класса? Ну, во-первых, здесь всего 4-5 квартир на этаже, что, соответственно, уже подходит под класс «Комфорт». Третий пункт, по которому этот дом можно и нужно относить к бизнес-классу, это расположение. Он находится на высоком берегу в районе улицы Шевченко и Таманской. Рядом находится мемориальный комплекс. Многие ошибочно говорят, что это кладбище, но на самом деле кладбище – это где хоронят обычных людей. Здесь же захоронение именно героев Анапы, которые защищали, освобождали нашу Анапу. У меня подписчик как раз вчера спрашивал про этот жилой комплекс, и вот сегодня я вам расскажу про инвестиции здесь. И расскажу, какие здесь цены имеются в жилом комплексе. Это 15-этажный дом бизнес-класса. Рядом здесь находится первая школа. Причем, говоря рядом, это реально рядом. На улице Самбурова находится эта школа, причем в двух кварталах отсюда. Согласитесь, действительно рядом, с учетом, что у нас в Анапе сейчас пока что действующих всего 5 школ. Первый этаж подземный будет выделен под парковку. Второй этаж, то есть, соответственно, будет уже наземный, это под коммерцию. И жилых этажей получается всего у нас 13. 5 подъездов будет, дом Г-образной формы, квартиры евро-двушки, двушки и трех. Это будет евро-двушка, в любом случае здесь увеличенная квадратура кухни, то есть от 16-17 квадратов только кухня, и жилая зона 15-16-17 и выше квадратов. По стоимости за квадратный метр, естественно, студии, вот эти евро-двушки, да, вот про которые она 2С помечена в планировке, это получается полторашка, евро-двушка, да, или полноценная двушка, если вы сделаете перегородку. Так вот, минимальная квадратура начинается с 52 квадратов, а максимальная квадратура в этом жилом комплексе 111 квадратных метров. Чем ниже квадратура, тем дороже стоимость за квадратный метр. Это тоже нужно учитывать. Минимальная стоимость за квадратный метр здесь 59 тысяч, но это у нас являются трехкомнатные квартиры больше 90 квадратных метров. Чем ниже квадратура, соответственно, двухкомнатные или евро-двушки, да, полуторки, то там стоимость за квадратный метр, вы сейчас очень удивитесь, она порядком отличается, 85 тысяч за квадратный метр. Причем с 1 ноября будет повышение цен за квадратный метр. И повышение предполагается от 5 до 6 до 7 тысяч за квадратный метр. Эти евро-двушки станут еще дороже, сама квартира вам обойдется тоже в кругленькую сумму. Евро-двушка, вот эта вот, которая полуторка, будем считать однокомнатная квартира, она сейчас стоит 4 миллиона 489 тысяч. Это самая дешевая квартира, причем она располагается на 5-м этаже. Видовые квартиры начинаются с 10-го этажа, ну где-то с 7-го даже этажа открываются частично виды на море. То есть квартиры выше 10-го этажа уже давно проданы. Сейчас можно приобрести квартиры на разных этажах, включая 10-й, но там уже совсем-совсем мало квартир, в основном это в 5-й секции. Выше 10-го этажа квартир уже нет, они проданы. По поводу инвестиций, почему я сказала, что здесь два варианта? Ну, во-первых, из-за своего хорошего расположения это отличный вариант для летней инвестиции, то есть сдача посуточно в аренду. Дом будет хорошо идти в аренду и в круглогодичной перспективе, потому что расположение весьма-весьма хорошее. Здесь рядом магазины будут, здесь рядом школа, парковые зоны, набережная. Это очень хорошее место. А по поводу инвестиций в долгосрочной перспективе с целью перепродажи, то если мы уже сейчас даже наблюдаем рост цен на 5 тысяч, хотя еще идет этап строительства, сдача этого дома, кстати, второй квартал 2021 года, вы не поверите, но в скором времени здесь будет квадратный метр за сотню. Будет 100 тысяч за квадратный метр.
Сейчас пока, да, вот максимальная цена 85 тысяч до 1 ноября, затем она будет повышаться на 5-6 тысяч. Минимальная цена 59 тысяч, это на трехкомнатную квартиру, она тоже будет уже с 1 ноября повышаться на 5-6 тысяч, то есть где-то будет 64-65 тысяч. Да, сейчас двухкомнатную квартиру полноценную можно купить не меньше, чем за 5 миллионов 400 тысяч, но она будет расти. И за счет своих квадратных метров такая цена, то есть 92 квадратных метра. Дальше будет больше. И вопрос, да, вот сколько же будет квартира на сдаче? Она будет больше 100 тысяч за квадратный метр, это факт. Многие скажут, дорогие цены, да, там безумные космические цены, но поверьте, не дороже, чем в Геленджике или в Сочи с таким расположением. Если у вас есть такие деньги, если вы хотите дом бизнес-класса, то этот вариант самая отличная инвестиция сейчас. Если вы спросите, какие конкуренты, да, или какой еще жилой комплекс можно рассмотреть в качестве инвестиций, то, наверное, сейчас у него конкурентов нет. Раньше был ЖК «Кавказ», но в ЖК «Кавказ» все квартиры проданы, сейчас только вторичка, и там тоже квадратный метр подбирается постепенно к 100 тысячам за квадратный метр. Сейчас даже студия в ЖК «Кавказ» 33 квадратных метра, на Авито 3600 стоит минимум. То есть, если она хотя бы с какой-то отделкой. Если без отделки, то еще есть вероятность за 3300-3200 найти. Там всего 5 корпусов и тоже близость к морю такая же, как и здесь. Поэтому, вот можно сказать, с точки зрения инвестиций, это одинаковые жилые комплексы, но только разница лишь в том, что тот дом уже сдан, а этот дом еще строится. И в любом случае, даже если сравнивать апартаменты, даже как «Кавказ» и жилой комплекс «Консул», то здесь есть прописка, там прописки уже не будет в апартаментах. Поэтому на сегодняшний момент, я считаю, адекватно конкурентов у этого жилого комплекса нет. Единственный момент, что скоро будет старт новой стройки по соседству с этим жилым комплексом, но там стоимость квадратного метра будет явно больше 75 тысяч на старте продаж. Это жилой комплекс «Черноморский квартал» от компании «Развитие». Поэтому, если у вас сейчас пока нет денег, но вы хотите все равно в этом микрорайоне и приобрести жилье комфорт бизнес-класса, то тогда ожидайте следующую стройку. Обязательно, как только появится информация об этом жилом комплексе, мы снимем видеоролик и расскажем вам, какие условия, какие квартиры, планировки и стоимость за квадратный метр. На сегодняшний момент такой жилой комплекс один, и он сейчас сзади меня. Конечно, летом, я думаю, этот микрорайон будет оживать, потому что начнутся сдачи частного сектора недалеко от этого жилого комплекса. Но сейчас я даже слышу пение птиц, вот серьезно. Если понравился этот жилой комплекс, если у вас имеются подобные средства, если у вас имеется частично средства, то здесь есть рассрочка, есть материнский капитал и ипотека. Поэтому обращайтесь, на любой вкус и цвет подберем вам квартиру. Я думаю, вы будете счастливым обладателем жилья в море. Ну а на этом все. С вами была Светлана. Всем пока-пока. Как обычно, жду вас в комментариях и пишите, какой жилой комплекс снять в следующем видеоролике. До новых встреч!